Уран сөйлөрсөн нөхөдөө мине буцалаа. Хурийн үлэм асан үдийг мине бүрхлээ. Хүн хүндан дастагийн адилаар. Хүн хүндэн дастаг юм байж дээ. Санаа нийлсэн нөхөдөө мине буцалаа. Сархтын шил ширээн дээр үлдлээ. Сэтгэл зүрхний хайртай чимээ. Сүмхэн тэднийг дахан одлоо. Хүсэлээ нийлсэн нөхөд минь буцлаа. Хөөр баяраа тэдэнтэй одлоо. Саналдаад хавирган усар шиг ганцаар хоцорлоо. Айчлан ирсэн нөхөдөө минь буцлаа. Асарх нулимс нүдийг минь бүрхлээ. Ангир ангиран дагуулдагийн адилаар. Амьдрал хүнийг дагуулдаг юм байж дээ. По широким горным степям Монголии разбросаны камни. Это могилы предков, безликие свидетели ушедшей цивилизации. Здесь жили и хоронили своих воинов гунны, уйгуры и другие ранние тюркские народы. На плодородных берегах Орхона располагался центр огромной исчезнувшей империи. В самом сердце страны кочевников стоял город, когда-то являвшийся самым могущественным в мире. Воды Орхона – источник жизни степей. Эта священная река окутана мифами. На пути в Байкал она растянулась на 1000 километров. Тысячи лет на берегах реки пасется скот, давая людям средства к существованию. Чтобы жить здесь, нужно приспособиться к природе, к огромным расстояниям и бездорожью. Кочевников подстерегают зимние морозы до 50 градусов, порывистый ветер и пыльное лето. Долина реки Орхон – сердце степного края. В 13 веке праотцы современных кочевников основали империю, растянувшуюся от Тихого океана до Средиземного моря. Оседлым народам в этом регионе пришлось бы нелегко. Вся жизнь проходит в постоянно перемещающихся переносных юртах. Сотни лет эти люди занимаются скотоводством и путешествуют от пастбища к пастбищу. И все же кочевники создали эти крепкие сооружения. Двенадцатиметровые глиняные стены из огнестойкого кирпича. Уже в 8 веке они оберегали город с 10-тысячным населением – Каракорум, столицу уйгуров. О богатой и могучей цитадели знали повсюду. Каракорум был одним из первых центров торговли на Шелковом пути. Однако нам почти ничего не известно об архитектуре Степной империи, оставившей нам сооружения, которых никто не ожидал от кочевников. В основе степной культуры лежали кочевой образ жизни, коневодство и искусство верховой езды. Самодостаточность прежде всего. В
Всадники, наводившие ужас на средневековую Европу, могли питаться кумысом и конской кровью. В 13 веке монголы создали величайшую империю в мировой истории. Тогда один из советников Чингисхана предупредил своего повелителя. Верхом на лошади можно покорить империю, но нельзя управлять ею. Оттуда, где сегодня археологи пытаются сберечь руины, когда-то правили миром. Каракорум, столица Чингисхана и его сыновей, когда-то был самым могущественным городом на земле. Но он уже давно погребен под степной равниной. В 1220 году, в год дракона, этот город был основан, чтобы стать центром мировой империи. Кочевники не имели опыта в строительстве городов. Они проводили почти все время верхом, участвуя в военных походах. Однако строителей хватало в покоренных районах. Прежде всего, находки археологов свидетельствуют о китайском влиянии. На обширной территории города были обнаружены кварталы купцов и ремесленников. Но в Каракоруме занимались не только торговлей и ремеслом. Город также являлся религиозным центром. Здесь была и мечеть, и христианская церковь. Но доминирующей религией был буддизм. Под наносным песком в одном из храмов были обнаружены сотни небольших украшенных глиняных ступ. В Каракоруме круглый год проживало более 10 тысяч человек. Сегодня археологам известно, что город кочевников занимал большую территорию. Каменная черепаха – символ вечности и долголетия. На ней было высечено название дворцового города. Однако местонахождение дворца великих каганов остается загадкой. Также неизвестно, куда подевались несметные сокровища, захваченные ордами всадников во время походов. Неподалеку от руин храма сохранилась монастырская стена. Может, здесь находился дворец великого Кагана? Современник довольно подробно описывает дворец, в котором с серебряного дерева стекал мед и кумыс. В ходе раскопок под стенами монастыря была обнаружена более древняя каменная кладка. Все указывает на то, что именно здесь находился дворец Чингисхана, который так давно не могут найти. Находился как раз там, где сегодня стоит монастырь. Этот первый в Монголии буддийский монастырь был построен в 1586 году. Он называется Земной Цу. Когда-то на этой прямоугольной площадке, окруженной украшенными стенами, располагалось 62 храма для 10 тысяч монахов. Сегодня монастырь снова является местом самосозерцания, хотя совсем недавно он был безлюдным и заброшенным. Главный монастырь долины Архона был построен по тибетской модели. Он включает три яруса и украшен деревянным орнаментом. Связи с Тибетом сложились очень давно. В XVI веке монгольский князь впервые стал Далай-ламой.
С тех пор большинство монголов считает себя буддистами тибетской школы. Монастыри и монахи веками определяли религиозную и общественную жизнь. Они заменяли собой школы, университеты и больницы. Каждая семья отправляла учиться в монастырь по крайней мере одного мальчика. По старой кочевнической традиции монахи собираются для молитв в юртах. Ежедневно в течение 2 часов они концентрируются с помощью мантр и медитируют, чтобы отстраниться от мирской суеты. В сердце Монголии доминирует гибкий буддизм, включающий в себя элементы древних языческих верований и поклонение духам. Монахи совсем недавно обрели возможность возносить хвалы Будде. В течение 50 лет религия в Монголии была запрещена. В годы господства социализма были разрушены почти все монастыри, включая великолепнейший в Монголии земной Цу. Сегодня здесь снова можно встретить множество молодых монахов, но большая часть предметов культуры и драгоценных священных книг на санскрите утрачена. Еще недавно слово «Будда» нельзя было произносить. Монахи подвергались угрозам, их отправляли в тюрьмы или в армию. Постепенно молодые монахи вновь осваивают буддистские ритуалы. В последнее время религия снова заняла свое место. Буддизм переживает возрождение. По всей стране реставрируются монастыри. По традиции верующие снова обходят монастырские стены. С книгами из монастырской библиотеки в руках они отдают дань памяти страданиям Будды и надеются на исполнение своих желаний. Для монголов монастырь является святыней и источником национального самосознания. Сегодня жители столицы Чингисхана ведут скромный образ жизни. Былая Великая Империя не имеет почти ничего общего с их современностью. Их главные враги – безработица и скука. Они с легкостью выигрывают свои войны.